Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это компания ТО Евразия Глобал Эквипмент из Алматы. Сегодня мы тестируем погрузчик ЛГЗТ LG300 модель. Погрузчик выполнен на раме погрузчика CDLG или SDLG, которая завод принадлежит корпорации Volvo, на базе погрузчика SDLG 933 модель LG300. Погрузчик весит 10 тонн. Погрузчик оборудован 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбиной мощностью 92 кВт, 125 лошадиных сил. Резина у погрузчика 17,5-25. Высота выгрузки погрузчика 3 метра 20 см, 3200 мм. Погрузчик в полной комплектации. То есть оборудовано джойстиковым управлением ковшом, автоматической коробкой передач, печка, камера заднего вида, кондиционер. Стоит гидролиния для подключения навесного оборудования и быстросъемный адаптер ковша. То есть если вместо ковша вы хотите подключить, к примеру, снежный отвал, нажимаете кнопкой из кабины, расходятся пальцы, опускаете стрелу, ковш остается на земле, подъезжаете к снежному отвалу и также на петлях поднимаете снежный отвал, потом защелкиваете пальцы и можно работать с помощью снежного отвала. Можно также купить вилы палетные, щетки, ямабуры, захваты для сена, для труб, для деревьев. Погрузчик мощный, сильный, крепкий, маневренный, классический погрузчик среднего класса. Так, получается, здесь установлен кондиционер и печка, джойстиковое управление, это дополнительный рычаг на гидролинию, повышенная пониженная передача. Так, скорости у нас 2 вперед и назад задняя скорость. Так, щиток приборов у нас здесь показывает температуру антифриза, масла, количество топлива. Этот датчик у нас отвечает за давление масла в коробке, воздух. Здесь у нас идет зарядка, показываю зарядку, и моточасы. Здесь у нас получаются кнопки аварийный сигнал, дворники, омывайка. Тут противотуманные фары, вентилятор, маячок. Так. Также установлена камера заднего вида, вот монитор, сейчас я вам продемонстрирую. Включаем заднюю передачу. Все, вот монитор. Монитор достаточно большой, функциональный. Также есть штатный магнитофон, освещение салона, зеркало заднего вида, вентилятор. Здесь получается расширительный бачок для омывающей жидкости, огнетушитель. Вот, к примеру, то, что я говорил, вот на этот погрузчик лежит у нас снежный отвал для уборки снега. Можно работать как бульдозером маленьким, делать планировку лета. Наш адрес в городе Алматы, Наваи 62, выше улицы Жандосова. Наш адрес в Алматы, Наваи 62, выше улицы Жандосова. Наш сайт в интернете www.ege.kz. Наш сайт в интернете www.ege.kz. На нашем сайте вы сможете увидеть. Внизу на каждой странице сайта есть переход на наш YouTube-канал. Там более 300, на YouTube-канале более 350 роликов, посвященных той технике, которую мы продаем. Возим на склад и заказывают наши клиенты. Все, уважаемые дамы и господа, на этом мы прекращаем наш репортаж. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и советуйте наш канал для просмотра своим друзьям, близким и родственникам. Спасибо за внимание.
до новых встреч в эфире Ютуба.